Гельбаса принял главу «Казахфильма», а Консатаев поделился с Нурсултаном Назарбаевым планами по созданию художественных фильмов и рассказал о том, какая работа проводится для повышения качества отечественного кино. Первый президент Казахстана отметил, что с момента независимости государство всегда уделяло особое внимание развитию сферы искусства. Вы имеете большой опыт работы в киноиндустрии, заслужили признание в обществе. Ваши фильмы принимают участие в различных кинофестивалях. Зрители тепло приняли такие ваши произведения, как «Дорога к матери», «Тамирис» и другие. Сейчас на вас возложена большая ответственность. Желаю успехов в дальнейшей работе. Все производство в Казахстане. В «Казахфильме» сделаем декорации. Там хотим сделать музей после съемок.